Всем привет! Вы на канале Непобедимые. Непобедимые. Аж рука загорелась. Нас не победить. Я дед силач. Сегодня у нас новые нерфы игры, новые. То есть те, которые мы еще здесь не играли, да? И у нас сегодня, естественно, на стенде нет. Мы все разложили красиво. Хотите узнать, где это будет полигон? Мы сделали оружейную комнату. Да. Временную, конечно. Хотите узнать, как будут проводиться наши нерф-игры? Тогда вперед! Пойдемте с нами! Мы зайдем в оружейную комнату, вооружимся. Угу. Каждый выберет себе свой бластер. Дай проверю немножко, как съемка идет. Ну хорошо. Сейчас мы выберем. Так, дед. Давай так. Так. Давай я возьму себе. Мы же еще игру не выбрали. Давай. Я выберу, у нас будет следопыт. То есть ты мне будешь просто. Бой на месте. Да. Камень, ножницы, суефа. Камень, ножницы, бумага, суефа. А что я показал? Бумагу я показал. Следопыт. Ладно, следопыт. Я вижу, вот так показал, это бумага. Беру альфа-хок. Вы кричите. А я беру фаер-страйк. Тебе не жарко, кофту не надо снимать? Не, не надо, я буду песню. А то ты будешь очень тебе жарко. Он меня заряжен уже, баб. Ну, я вижу. Тебе жарко, наверное. Давай я сниму. Я боюсь, ты перепаришься. Я по тебе буду. Заряжаешь? Заряжаю. А у меня взведён, готов уже к бою. Ой, Господи. Я готов к бою. Как я это не люблю, вот эту вот дрыганьку, а? Ну что, дед, давай. Пошли на исходную. Так во что мы играем? Следопыта. Ты первый ищешь. Да. Да, ты первый давай. Ищешь. Я в оружейной комнате. Считай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. 6, 7, 8, 9, 10. Иду искать. А что ты с двумя? А зачем ты с двумя? Бессовестный. Патронов больше. Это уже нечестно, что это так много? Закончились патроны. Ой, заело. Да, заело. Оружие мое заело. Давай, клади ёрку. Теперь ты прячешься. Я думаю, давай так договоримся. Если тебе где-то нужно прятаться, туда не прячешься. Не стреляй. Прячешься куда-нибудь, там, где тебе можно прятаться. Дед, только не стреляй. Ну, вообще-то, вот эти патроны... Время идет. Давай, дед. Дед, это потом мне расскажешь. Так, ты прячешься, дед, ты без бластера прячешься.
Почему? Это же очень приятно. А чем же я отпрятываться, отстреливаться? А что ж, Егор не отстреливался? Да? Да. Нет, это не прятки. Дед, отстреливаемся из укрытия, мы в прятках догонялках, а это совсем другое. Дед! Так. Кучерявый как дед. Кучерявый дед. Я буду по попе салить. Раз. Ой, Господи, два, спаси, сохрани нас. Три. Ну вот сюда три. Четыре. Открывайте двери шире. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Иду искать. Так, первым делом надо проверить, пожалуй, наверху. Потому что если он там, то... Может, он туда может залезть, я его знаю. Так, аккуратно лезем. Потому что... Вроде никого нету. Вторым делом проверим. Взяли. Надо убрать. А, я еще вот здесь могу смотреть. Здесь нет. А так вот, что мы здесь сложим? Под столом нету. Здесь. Нет. Там нету. И до шторкой тоже нету. В зале где-то не наблюдаю. Так, тут коробки стоят. Ай, сдаюсь! Я его по попе прям посалил. Так. Вообще мне не нравится, что у меня тут расположение такое. Мне не посидеть, не полежать. Так, теперь играет. Давай мишень, чтобы бабушка могла тебя снять. Угу. Так, я беру себе флип-флой. Вот она. Мне 6 патронов надо туда. Он стреляет. Ну, конечно, там 12, но зачем? У нас же так много мишеней не будет. 6 достаточно. Вот, все. Один барабан есть. Второго не надо. Ну, что, мы что, 12 мишеней, что ли, поставим? Нет, конечно. Поэтому у меня 6 патронов, 6 мишеней. Вот буду сбивать. Флип, Фьюри, Зомби Страйк. Мой самый последний лёд. Конечно, Дабл Бридж и Флип Юри. Это самый последний. На 23 февраля мне купили. А мне Риталейтер. Это дед сам купил. Он захотел Риталейтер, он купил Риталейтер. Да. Риталейтер я купил. Сейчас мы выстроим мишени. Дед, где они есть? Куда ты их дел? Дед, может, будем... А, ладно. У нас еще такой букетик сел. Так, бабушка, пусть дедушка выставит мишени хоть чуть-чуть, я пойду воды попью. Бабушка, дед выставляет мишени. Ой, никто не убирается в доме. Хоть вот эти шкурки поднял, что никому не надо. И сколько их штук? Не знаю, всего вот раз, два, три, четыре. Нет стаканов, не знаю где. Ну чё? А чё же ты писал? Чё взял? А ну из-за кукурузной палочки. Ну и чё я дал? О, дед, ты такие хорошие мишени выставил. А что, стаканов мало? Всё, я нашёл. Давай, да. Чё-то мне нехорошо. Ой. Я стреляю, давай. Здесь.
попал. Подожди, Егор. Ах, мне. А это две сразу. Вот это мощный удар. Я вот все надел. Мальчик. А я выставляю. Арбалетик, где твой? Вон он. Да, вот он, мой арбалетик, вот он, мой ружьишко. Я взял ружьишко и постреливай. Я тебя за рукоятку. Егорушка, не ты надо. Егорушка. Где ты взял? Не надо. Попал. Егор, голова твоя мешает. Уйди, есть еще патрон. Нет, ты не до конца сделал, смотри. Угу. Мимо. Промазал, дед. Собираем мишени, ты собираешь. Мишени я собираю. Так, что у нас? Опять мишени или что мы? Все, мы. Дальше, все, мишени закончили. Ладно. Дальше. Поскольку у нас сегодня новые игры, которые мы еще не играли. Игра снайпер. Так, в чем она заключается, снайпер? У тебя нож есть еще риталейка? А я на место риталейка положил клипку. Ничего страшного. Другое место, вот, вот ходить. Туда вот. Нет, ходить. Не понятно. Да. Так, снайпер, в чем заключается суть игры? Мы ищем какое-нибудь снайперское место на противоположных точках базы, где можно тратиться. Угу. Например, вот тут, вот такая точка, угу. Вот здесь. Мама пугался, она тут стояла. Ты будешь оттуда стрелять туда. Например, одна точка здесь. И... А тут будет ходить постовой. И снайпер будет снимать часового, да? И тут... Он должен попасть в этого часового, снайпер. Да? Подбить. Давай, все, пошли. Задача снайпера... Все, задача снайпера одна. Посадить часового. У нас два снайпера. Один снайпер. Нет, два снайпера. И снайперы должны посадить снайпера. Его, снайпер один, а второй ходит часовой. Снайпер должен посадить часового. Договорились. Посадить часового. Это что, называется убийство прям впритык или как это называется? Ну и почему впритык-то? От дальности. Ну как, по человеку стрелять? У деда тут, у меня тут. По человеку, в общем, стрелять надо. А как? Снайпер. Снайпер должен... Дед, у тебя вон уже точка есть. Вон там, видишь, за коробками. Где точка? Вот оттуда ты будешь стрелять. Я буду... Кто будет снайпер, а кто часовой? Я часовой. Ты часовой, ну да иди в зал. Смотри, аккуратно заряжай, а то заезд у тебя. Идешь в зал. Я снайпер, ты часовой. Думай головой, снайпер. Дед, ты да, стреляй куда положено. Смотри, в глаз не попади. Договорились? Да, Юлёк, приехала? Да потише. Ага. Хорошо, сейчас я расскажу. Кто бесед? Это вообще какой-то дебилизм. Ой-ой, дед Лёк. Ну, давай. Да господи. Один лёд, один дед. Что? Часовой там ходит в дом и ходит за хреном.
легче с тобой. Не знаю. Ой. Да господи, убьют. И этого. Все поволятся сейчас. О! Это что будет-то? Все в окопе. Окоп упал. Еще меньше. Вот такой вот. Вот это окоп. Конец. Все, попал, значит, все. Да, ты меня попал, сейчас. Бери все. Тут неизвестно, бери, что будет. Нет. Ну, бери ему зачем? Я не знаю, как убрать. Какой? Тебе не убрать? Ну, то бери тогда. Ой, что вы творите? Ну, долго это будет продолжаться. Смотри, великие дела. Ты что, я? Беги, ходи. Нет, помоги, зарядись. А что это такое? Вон все. Иди охраняй базу свою. Ты сначала пройди его. Ну и что, у нас охранники где? Дед, иди он. Иди на границу, на свою. Вот именно. Ну что, я? И ходи. Ходи. Осалил. Ходи, ходи. Мишень хорошая, в нее попасть можно. Мишень крупная, калиберная. Все, 5 с плюсом. Все, нет. Ну все? Да, я его посадил. Ой. Господи, Суси. По попе я его посадил. Ну, давай, помогай. Егор, помогай дедушке. Я пошел бластер положу. Положи. Стрелял с ретолейтером. Сегодня, ребятки. Прятки-салки. Прятки-салки. Прятки-салки, да? Да. Пошли убирать. Хотя, стоп, а? Еще один. Я... Нет, не с альфа-хоком. Я с твин-шоком. Дед, нет, мне не нужно. Дед, бери мега, вон, мне дай мега твин-шок. Мне его отдай. Ну, тяжеленький, все. Иди, прячься. Ухватил. И что будет? Вот такой вот у меня. Прятки догонял. Ой, какая гадость. Это ваша заливная рыба. Ух, я здесь. Я пустил.
Я с вами встречу. У меня рука болит. И что это будет за песня? Мне где смотреть? Подождите, дайте я где-нибудь встану-то. Я же ничего не вижу. Да что я должна, чтобы меня убили? Стрелял. Все. Нет патронов. У меня тоже нет. Все. Собирай патроны. Что? Заканчиваем. Все, а. Говори. Ну давай. Ребята, всем пока. У нас была суперсерия. Завтра ждите такой же суперсерии. И оператор будет мама. А сегодня у нас бабушка. Потому что мама... Главным оператором являлась бабушка. Бабушка. А с праздником бабушка. Бабушка, с наступающим тебя праздником. Завтра уже праздник. Дорогая женушка, с праздником с наступающим. А ты что? Ну а теперь... А ты что не поздравляешь его? С 8 марта. Всем пока! Пока! Зрители и фанаты.